индекс промышленного производства у нас составляет где-то 104% приблизительно, 103,9% если точнее. Вот, это не так уж плохо, потому что далеко не во всех субъектах Российской Федерации здесь просматривается положительная динамика. Что касается объемов строительства жилья, это тоже один из важнейших показателей. Вы знаете, что в 2015 году мы заняли первое место по Российской Федерации, сдав 2 миллиона 135 тысяч квадратных метров жилья, это гораздо больше, чем, ну, по полтора метра будем так говорить. В этом году мы сдали, вернее, прошедшие 1 600 000, то есть тоже больше, чем по одному квадратному метру. И в этой части мы лидируем в Уральском федеральном округе. Есть и другие положительные моменты. В частности, в 2016 году наш регион, будем так говорить, поднялся с 15 места по индексу инвестиционной привлекательности на 5 место среди субъектов Российской Федерации. Это довольно важный показатель, что не может не радовать. Положительная динамика просматривается и в других показателях, таких как продолжительность жизни, естественный прирост населения, количество многодетных семей. А это индексы такие, могу говорить, они что ли обобщающие, что ли, в целом социально-экономическое развитие. Это говорит о том, что люди верят в будущее, надеются, что оно будет благополучным и, так сказать, соответственно, рождают детей, воспитывают их и так далее, и так далее.